работы ремонтные, скорее всего, было, не скорее всего, а точно были нарушения требований безопасности, в результате чего произошло обрушение и завалило двух рабочих. Трех. Ну, одного спасли, достали, который был находился в автомобиле, а двое в люльке попали непосредственно прямо в салон. Они погибли? Кто находился в люльке, они погибли. Эти живые, насколько я помню. Сейчас это имущество, скорее всего, принадлежит центру отправки Покров. Пока еще собственник не прибыл на место происшествия, думаю, что будем еще уточнять. При демонтаже старого растворно-бетонного узла бригада, значит, видимо, просто были неправильно определены. Неправильно была применена технология демонтажа. В итоге эти конструкции металлические, они обрушились непосредственно на коленчатый подъемник, с которым они работали. В итоге, к сожалению, двое погибших, один пострадавший.